давай, залезь туда. Блин, залезь, пусть жопа свисает, будем кататься, ну. На, видел? Видел сраку? Поэтому стой и жди, короче, пока я уеду отсюда. Всем привет, ребята, с вами, как всегда, Алекс, и это игра у озера Лейк, значит, не знаю. Игра про почтальоншу, которая поехала к своему отцу, в общем, не знаю, не смог пройти эту игру в Стиме. Как бы вот, она меня заинтересовала, давайте посмотрим, что она из себя представляет, погнали. Так, очевидно, это я, да, печатаю что-то, значит. Как же здорово, что впереди 2 недели покоя в родном Providence Ox. Звонит телефон, значит. Алло, алло. Hello? Мередит, это Стив, надеюсь, не разбудил. Я только вернулся домой, звоню спросить, все ли в порядке. Привет, Стив. Да, мы успеем срок. Отлично, так жаль, что тебя не было. Хорошо отдохнули? А, да, было, бля, отпадное, а Майк упал в бассейн. А потом Рою стало плохо. Нет, Брайану. И он тоже упал в бассейн. Нет, Рой, слушай, я уже хочу на эту вечеринку и тоже упасть в бассейн. В общем, расскажу завтра, после обеда. Я уже уезжаю на 2 недели. Ой, точно, тебе оно надо. 2 недели, это ж целая жизнь. Странно, но я в бассейн хочу упасть. Да, Стив, мне надо. Я продолжу тестировать Эдит. Ну ладно, отлично. Ну, сосочка такая себе, мне кажется. Так, извини, мне еще надо так. Понял, хорошо, долететь. Мередит, до связи. Все, ложи трубку, погнали. Мне очень интересно, какой вид тут. Так, гоним, значит, такая почтовая машина в углу прыгает. Прыгает. Providence Ox регион. Спасибо, что встретил, мистер Колман. Просто Фрэнк, в конце концов, мы теперь коллеги. Ладно, Фрэнк, спасибо, что нашел для меня время в день труда. Ох, у них день труда есть. Мы почтальоны. Выручал меня. Значит, это почтальон. Он выручал ее отца. Надеюсь, я его не просмотрю. Уверен, что отлично справишься. Короче, я не знаю. Фрэнк, давай по дороге почту по нашему славному городку. Значит, повозим почту? Конечно. Поможем. Вот и славно. Готовься к старту. Да, стартуем. А куда? Мне можно управлять как-то здесь? Влево, вправо? А, сама поехала налево. Значит, вот лейк. Это наше озеро, значит. И здесь мы будем развозить почту, да? Влюбляться, типа, я не знаю. Ну... Это такая игра, конечно, на релаксе, то есть она далеко не каждому понравится, но как стилизация мне очень нравится. Спрашивают озеро, красиво еще или нет? Первая остановка, давай, я уже выйти хочу куда-то на озеро. Разносить почту легче легкого, хотя иногда приходится потаскать, возьми сумку, подойди к почтовому ящику и закинь письмо, значит... Так, Е, выйти из фургона. Опять загрузка пошла. Ага, вот это я, да? Опа. Я иду. Ну, слушай, стилизация графики здесь обалденная, я бы сказал бы. Да? Просто я не такой добрый почтальон, значит, как все остальные. Оп-оп-оп, идет тогда. Подойдите к почтовому ящику. Да пошел ты нахер, слышишь? Подойди к почтовому ящику. Вот с мышкой что-то не то здесь, да? Я пока не хочу покидать Providence. Я не могу туда идти? Ага, игра говорит, ты не можешь. А я бегать я могу, а прыгать? А что я могу делать? А почему-то мышка появилась, не знаю. Ага, исчезла. Так, ладно, я только должна подойти к почтовому ящику. А бензинчика отсосать я не могу здесь? Нет, походу не могу, значит, ничего отсасывать. Смотри, охотники за привидениями, знак. Офигеть. Еще бы черточку так нарисовать, значит. Providence, тут так, подошла, да? Доставить почту, Е. Доставить, я ж доставил. Не? А ну доставляй. Письмецо какое-то.
вернитесь в почтовый фургон. А зайти за бухлишком я могу? Нет, не могу. Не могу зайти. Значит, симулятор почтальона. Мы уже попробовали симулятор бомжа, который мне очень понравился. Кем я только не был, да? Сейчас я буду почтальоном, почтальоншей. Да, я уехала отсюда в Массачусетсе 22 года назад. Тебе бы с компьютерами работать, это сейчас модное направление. Ну, вообще-то... Так, погоди-ка, следующая остановка. Так, посылка, ее нужно доставить из кузова. Так, значит, он меня учит, как доставлять посылки. То есть они, она на компьютере не хочет работать, да, она приехала сюда, на озеро Лейк. Я не знаю, может она посасывать здесь будет что-то. Типа бензина, так, Е взять. Взял. Странно, внутри фургон не прорисован, мне это не очень нравится, и не нравится, что я здесь бегать не могу. Ну, пока, так. А мне, может, подойти к двери надо, да? Опа, вел какой, а? Ну, стилизация такая тут, она, конечно, своя вот такая вот атмосфера, стилизация, да, веточки, все. Все шевелится, и мне это нравится, да, когда шевелится что-то. А кустики как? Не, кустики я просто сквозь кустики прохожу. Так, позвонить. А звонок не там, алло, ты пальцем не туда ткнула. Так, оставить посылку, так, наконец-то все, все, пошли в машину. Бегать, прыгать я не могу, да, действия какие-то могу делать. Ну, не знаю, может, дальше посмотрим, может, я бегать, прыгать могу и с кулака валить по морде, знаешь, это как раз будет для меня игра. Ты быстро учишься, так, компьютеры, может, начнем с компьютеров, это зависит от того, для чего вы хотите его использовать. Для отчетности, вечно мучаюсь с налоговыми декларациями, да ладно, усатый, не тренди, блядь, что ты компьютер для деклараций будешь использовать, я знаю, что ты будешь делать там, блядь, да. Посмотри на этого почтальона у него, блядь, глаза врут, блин. Однозначно врут, значит, он на компьютере будет, ага, декларации делать, конечно. Знаем эти декларации, блин. Дома лучше всего. Так, скорее бы домой. Мэтт играет с Джейс Стэнс. Да, я пока не уехали. Во сколько мне завтра начинать? Ровно в 7. Только отметиться. До завтра, Фрэнк. Значит, я буду начинать на почте, значит, да? А мышка иногда проскакивает у меня почему-то тут в игре. Так, у меня тоже есть своя почта. Есть чемоданчик. Что-то я не понял, кто... играет во дворе. Мышка крутится очень быстро здесь. Просто очень. Я могу покататься. Нахуй, давай, залазь туда. С головой я могу толкать. Оп. Давай, залезь туда. Блин, залезь. Пусть жопа свисает. Будем кататься, ну. Ну, давай. Давай. Значит, нет, надо домой идти. Жопа не будет свисать. У меня я так хотел туда залезть, знаешь. Так кататься, слушай. Да, я тебе по глазам вижу, ты тоже хотела, да? Ну ладно, пошли. Пошли домой, значит. Пошли домой. Тук-тук. Войти в дом родителей. А, анимации нету, как вхожу, да? Или будет? Гудок. Не понял, я вошел уже ночь? Во Флориде. Местная погода в точности, как ее описывают. И я тебе еще позвоню. А, родителей нету. Да, я чуть не забыла. В морозилке полно еды. Черничный пирог в холодильнике. Пока. Я могу походить пожрать. Это Стив. Не успел сказать раньше огромное тебе спасибо, что выручила нас. Знаю, у тебя были планы на день труда. Но мы должны были успеть срок для нашей компании. Это настоящий прорыв. Куда прорыв? Наслаждайся заслуженным отдыхом. Только слишком так. Шучу, значит, ладно. Еще созвонимся. Пошел в жопу, Стив. Гудок. До свидания. Так, я в доме могу ходить, нет? Анимации будут в этой игре или нет? Вторник, 2 сентября утро. Нихера себе, я... Доброе утро, Мередит, готова к первому. Доброе утро, Фрэнк, всегда готова. Да вроде бы, доброе утро. Yeah, I guess. Good morning.
Дорога зовет. Я уже закинул сумку с письмами и загрузил посылки. Да, чуть не забыл. А, слушай, если потеряюсь в салоне, есть карта. Потеряюсь я? Lost? Me? Bon voyage. Счастливого пути. Значит, я буду сам ездить за рулем. Ёлы-палы, я сам буду ездить за рулем, да? Сесть в машину. Так, анимации нету, как сажусь, значит. Так, поехали. Первая почта где-то тут рядом, да? Но я хочу сделать вот так. Чё? Не повредилось? О, чувак идет, блядь. Здравствуйте, почта. Давай, проходи, проходи. Проходи, проходи. Алло, газуй! Газуй, ёпта. Давай. Будем по тротуару ехать. Чё, посигналить я не могу? Открыть карту. Да нахер карту, я не могу ее. Короче, тут где-то почта, да? Это что, я буду почту просто развозить, да? Ну, на встречке припаркуемся, выйти так. Тут где-то должна быть почта по карте как. Не пойму я, короче. А, посылка в фургоне, значит так. Сейчас возьмем посылку. Возьмем посылку и пойдем навернем кофейка. Вот это посылка. Я не знаю, какую брать. Давай, тут немного. Пушистик, так. Это Main Street. Не ту посылку, ах ты дура безмозглая. Быстро в фургон иди, блядь. Открывай. Lake Road, так. А, Main Street, мы же на... Блядь, что ты делаешь? Открой, я Main Street нашел только. Как его? А, вот. Main Street. Взять. Main Street мне надо, вот. Я на Main Street. Как я понял? Здесь где-то табличка... А, вот, возле карты Main Street. Блядь, чувак какой-то, как гитарист какой-то, да? Main Street, вам посылка, мадам. В суш-магазине, значит, здесь стоит, курит. Курение это вред, блядь. Лицо как будто бы знакомое. Но я здесь выросла. 22 года назад уехала в колледж. 22 года назад. Меня тогда звали Нэнси Синатра, а не Нэнси Рейган. А теперь, значит, вернулась. И я знаю, как это бывает. Правда, честно говоря, только на время. Правда, правда, правда. Давай на время, блядь. Честно говоря, только на время, да. Мне что-то это село не очень нравится. Много лет назад, да. Она тоже так говорила, но... Видать, попала в сложную ситуацию, да. Как это бывает? Приехала в село, чпокнулась, короче, и осталась здесь торговать в магазине. Такое бывает, да. Что ты отсюда выйти не можешь? Давай стырим что-то. Но мне кажется, здесь стырить нельзя, да? Ну, так себе магазинчик. Так себе магазинчик. Посылку я оставила. Разноцветные флажки здесь везде висят, да? Пила висит, значит, так, ладно. А Main Street, значит, так, тут еще где-то одна, да? Ну, вот анимации добавили еще, значит, так. Так, давай еще пару посылок доставим, да, где-то здесь. Первая стрит, значит, здесь. Так, блядь, я буду парковаться вот так, значит, вот. Вот так я... А чё ты тут стала? Чё, блин? Я говорю, иди, она тут стала. Так, это первый стрит, да? У меня есть первый стрит. Это не то, не то. А у меня нету первого стрита. Может, здесь просто зайти надо, да? А, подожди, посылка вот туда вот, да? Вот он, почтовый ящик, да? А это еще Main Street, походу, да? Или где этот дом находится? А, доставить почту, это просто письмецо, значит, да? Все. Ну, так себе симулятор почтальона, да? А. Интересно, мне все как, значит, в туалет она захочет, но анимация очень классная, очень красивая игра. Вот
кто в детстве мечтал быть почтальоном, значит, сразу берите эту игру. Я вам сразу говорю, ну, игра довольно неплохая. Значит, а кто мечтал быть в детстве гангстером, значит, пить и есть вкусняшки, значит, обязательно ставь лайк мне. Да, не забывай про свой лайк, твой лайк я всегда ценю. А мы едем по Восточному бульвару, да? Интересно, херня разгоняется сильно вообще как-то? Давай, блядь, поехали на озеро, а? Мы сюда зачем приехали? В дерево врезалось. Давай на озеро. Давай, не хочу я почту развозить. Давай, блядь, припаркуемся по-нормальному. Вот так. Выйти, так, выхожу. Фига себе домик. Что здесь написано? Я не могу почитать? Закрыто, слышь. Да пошел ты нахер, закрыто. Может, здесь какие-то дикие живут, не знаю. Фиг простые же, значит, что здесь? Слушай, глазки такие строит она прям вообще. Прям вообще, значит, так. Фига себе, я плохо, вот что бегать нельзя здесь, да? Она ходит постоянно такая. Как, я не знаю, в расслабленном состоянии, как будто бы... Выпила уже, я не знаю, вискаря немного, что ли. Тени, значит, двигаются здесь, да? Так, тут рыбу ловит. Рыбка, смотрите. Блин, лайк, если ты любишь рыбу, значит, кушать. И ловить. Я вот, кстати, ловить еще более-менее, а вот кушать, ну, только красную, наверное. Ну, либо белую какую-то, либо красную. Вот такую вот озерную. Не всегда мне нравится. Так, ну туда на лодке не пойдем. Да, не пойдем. Мы просто прошлись по озеру. Просто идем. Идем и садимся в чужую машину, не? Да, как механик в игре... А я отсюда могу сесть в машину? А мне похер с какой стороны, да? Ладно, давай развернемся по-нормальному. Вот так вот. Я водитель-профессионал, да? А, надо остановиться, типа, перед тем, как выезжать на трассу. Слушай, блин, ну перестаньте, а? Перестаньте. Я даже не знаю, есть ли у меня права здесь почту развозить, да? А вы говорите так. Сюда надо? Wait, it's called Moe's Diner now? Выйти так. Ну, у меня ж тут посылка где-то нарисована. 500 Lake Road. Вот тут я точно знаю. Тут и было у меня 500. 500 по-любому было. Взять. Только я нормально припарковался. Смотри, когда чувак вообще не выедет. Не, вообще выедет, конечно, если ездить умеет. Нормально припарковался. Так, мне надо в этот, в закусочную, значит. Закусочная где-то в лесу, блин. Ну это... Мередит Вайс? И глазам своим не верю. Подойди, милая, дай взгляну на тебя. С ума сойти. Ты кто такая, Баба-Яга, бля, ёпта? Совсем не изменилась. Если не считать пары морщин и пары седых волос. А где у нее седые волосы? Ты посмотри, она рыжая. Ого, Морин, сколько лет, сколько зим. Да ладно, well, просто доброго дна. Не обижайся, тебе идет. Возраст только красит человека, говорю я зеркало. Ага. Давай-ка садись и рассказывай, чем живешь. Да пошла ты нахер, Морин. Вот это вам, ребята, Америка, кстати, да. Кто хотел в Америке жить, значит, да. Здесь вот, вот так вот, вот развозишь почту, значит. Есть закусочная, где 2-3 человека будет кушать, да. Пустые, припустые улицы, значит, выходите, там нет прохожих, как у нас, да, что идешь там возле остановки, 5 человек, 3 идет тебе навстречу, 2 позади, нет, 0 людей в Америке, ребята, на улице 0 человек, да даже в кафе и в магазинах мало. But, Maureen, я на работе, Марин. Я знаю, что ты занята. Подменяешь Томаса. Сорока на хвосте принесла. Да, конечно, здесь все настучат. Здесь маленькое село и все дома сидят. Это жизнь американцев.
Или что покрепче? Сразу говорю, отказ не принимается. Мне как будто снова 17, Марин. Кофе? Нет, правда, не стоит. Так, мне как будто 17, дай мне односолодового, пожалуйста. В таком случае, добро пожаловать, милая. Так, два кофе и кусочек черничного пирога, если не ошибаюсь. Да ёлы-палы, налила бы мне пивка уже какого-нибудь. Желательно и односолодового. Так, вообще говоря, я стараюсь питаться правильно. Не трынги, короче. Мы бухаем, короче, и все дела делаем. Один черничный пирог, неразборчивый крик с кухни. Пошла нахер! Присмотри за баром, мне нужно отойти. Это бар, значит, такой у них, да? Перерыв просто чудно, ладно. Ёлы-палы! Матерь Божия! Что у тебя там происходит? Все в порядке. Да ёб твою мать, нихуя не в порядке там, бля. Чё ты не поймёшь, не понимаешь, бля, ёб. По-моему, там что-то происходит. Но я, наверное, пойду, вот. Не обижайтесь, Марин, но я, наверное, пойду, да. Потому что там что-то происходит, а тебе всё по херу, короче, да? Всё по болту, значит, тебе. Всё, давай, короче, Мэрин. Прости, Мэридит, сама видишь, сейчас не до кофе. Да, конечно, не до кофе, у тебя там чувак на кухне взорвался. А, просто не отпущу, и чтоб не кофе было, а односолодовый какой-то был-то. Пошли нахер отсюда, с этой кухни. Вот, ребята, вам это Америка, да? Вы думаете, в Америке везде вот такая вот там чистота, лес, такая закусочная. Ну вот закусочная, может, и такая. Вот людей ровно столько же, сколько и здесь. Внутри. Если вы видите, да? Ровно ноль человек, блин, да? Какая-то задрыпанная, значит, которая пирожки вам подает с кофем не первой свежести. Улицы выглядят вот так вот. То есть, если вы думаете, что вам здесь скучно, а в Америке будет весело, комфортно, но еще бомжи есть там. Да, это не отнять, они живут на улицах везде, блин, это нормально, это культура такая, то есть, ну, это свободная страна, значит, да, там не выгоняют. Если ты на улице поселился где-то в лесу или еще где-то, тебя не выгонят ни хера оттуда. Вот. А, потому что права не имею. Так, рыбку мы посетили. Там у меня еще три посылки. А, вообще, мне надо ехать, походу, в другую сторону. Но эта дорога, наверное, ведет в другую сторону. Потому что она ведет, наверное, по кругу, я так подозреваю, да? Так, ехать надо правильно, соблюдая правила. Вот именно таким образом. Вот, я еду всегда правильно. Я четко, блин, еду по своей полосе. Так, и мне сейчас, походу, налево надо. Налево у меня осталось три посылочки. Точнее, наверное, две посылочки, одно письмо. Очень интересно, что дальше будет, да? Знак стоп, да нахер вы... Ох ты, нифига себе! Знак стоп непробиваемый, значит, да? Так, ну и здесь нормальное движение, в принципе, все правильно нарисовано. Значит, правильно мы едем. Нечего переживать. Так, тут мне надо... Так, скорость я сам снижаю в городе, потому что, ну, нельзя быстро ездить здесь. Вот в США вот так вот где-то выглядят. Да, вот такие домики, вот этот, наверное, будет миллион стоить. Вот такой вот сарай, вот как этот. Будет миллион, 1 500 000 стоит, чтобы вы поняли. И ни рублей, ни гривен-то. Вот в таком вот захолустье. Интернет здесь, кто там жалуется, да, там 100 мегабит в секунду или 3G. Ребята, здесь и 2G будет за рай вам. Я вам серьезно говорю. Вот это вот американская жизнь в Америке, значит. Это так и есть она. Но еще и чисто так, конечно, не будет. Хотя в лесной местности в Америке обычно очень чисто, в маленьких городках, да? Как только вы в большой какой-то заезжаете, все, вы просто прозреете. Чё? Ну, нам же вот сюда вот, да? Здесь письмо нарисовано. Ага, вот этот. Блядь. Да ты выйдешь из машины, не? А, Е выйти, ёпт. Нормально припарковался.
Просто не выходило долго так. Так, доставить почту. Интересно, что будет, когда я все доставлю. Если еще нагрузят, да, но это будет печально. Так, здесь какая-то посылка, да, сесть в машину. Ну, сделали бы анимацию, как она залазит туда, я не знаю. У меня машина подтраивает что-то, да? Так, мне вот сюда вот надо. По-моему, в этот дом с кошками, значит, так. Это 200 Lake Road. 200 Lake Road, все предельно ясно. Все предельно ясно. Значит, 200 Lake Road у меня есть. Это 300, вот 200 взять. Это Мишка. Well, hello there, big cuddly guy. Пушистик зовут, значит, да? Ей просто уже пушистики мерещатся, знаешь. Вот это пушистик. Ты посмотри, он в пятнах какой-то, в веснушках, я не знаю. Но точно не пушистик же. Где он пушистый? Он не пушистый, он, я не знаю. Веснушный какой-то, в пятнах. Вот. И пушистика надо просто, блин, она... У нее пушистик между ног, наверное, очень хочет. Другого пушистика какого-то. Так, давай, звони. О, теперь по звонку попало, молодец. Genevieve. Ах, смотри, Женевьева, новый почтальон. Как тебя зовут, дорогая? Скорее уж почтальонша, я Мередит Вайс. Мисс Дженкинс, я Мередит. Мередит Вайс. Давай, well, почтальонша. Exactly. Я Мередит Вайс. Heavens, no. Только не обижайся, просто почтальон звучит чуточку woman. Привычнее. Даже Женевьева. Она мне насрать, как звучит. Вайс, ну конечно же, ты дочка Эмили. Она жила в нашем городе много лет назад. Так, интересно. Код интересный сделан, да? На Ведьмака похож чем-то. Так, 22 года назад. Но кого это волнует? Да, кого это волнует? Неужели прошло столько лет? Это было почти же две Женевьевы назад. Мяу, какие же Женевьевы? Ты будешь жить вечно? Не, будет только с... Чё, блин? Ты на себя в зеркало посмотри, какая вечность. Так, ну конечно. Кошатница, и столько стало, больше немного у вас кошек тут. Да, я люблю кошек, это преступление? Что с этого, если их стало чуть больше? Да ничего, ты здесь сама живешь в своем доме, пусть они тебе тут суд срут, и вонь идет отсюда. Это Женевьева, это Томас и Оливер и другие коты. Ты привезла мне посылку, на, да, вот, держите, и я пошла в жопу отсюда, от этих котов подальше, пока аллергия не началась. Давай, до свидания, бабуль. Спасибо, дорогая, так, он делает все, чтобы заслужить прощение. Нет бы заехать самому, значит, так, ну, мне пора бежать, anyway, до свидания, короче. Да. У тебя котов. Беги, дорогая, передавай Эмили привет. Goodbye, Miss Jenkins. Ага. Genevieve. Пошла нахер, короче, пошли отсюда. Так, блин, резнуло меня как-то здесь. А, ты так идешь, а вот так на шиф быстрее идешь. Чё, чувак, машина мешает, а? Машина мешает, да? Мешает. На, посмотри на мою сраку. Сейчас я посмотри. На, видел? Видел сраку? Поэтому стой и жди, короче, пока я уеду отсюда. Машина ему мешает моя, а? Ездить, блядь, не умеет, а? Машина мешает? На тебе, блядь. Козел, эти фары, блядь. Поровняю здесь, значит. Так, поехали. Эта карта мне не понадобится. Слушай, а карту я вообще не открывал. Да она и нахер не надо мне, значит. Так, тут заправиться можно? Выйти, выйти. Выходим. Сервис, значит, так. Чертяка какой-то. 300 лейк. 300 у меня тоже есть. Сейчас достанем 300. А у меня только и 300 остался, значит, еще одна почта и все. Тут же написано, да, еще одна почта. На, алло. Hi there. I've got some mail for this address. You're not Frank. Вы не Фрэнк. Слышишь, ты очень... Ты так заметила просто, я... Так. Где моя мышка? I'm вот. Meredith Weiss. I'll be delivering your mail for a while. Meredith Weiss? He's to the goose?
И Фрэнк просто взял гусака, ну, гусака же, вот это белое. Колымага, я Лори, механик, Провиденс, Окс. Ох ты, механик какой, смотри. И я забочусь, так, но я дочь Томаса, это считается. Да, пожалуй, считается. Томаса все здесь знают. Отец меня с пеленок учил в Провиденсе. Круче меня никого нет. Ладно, работа зовет. Думаю, вы можете ездить на гусаке при одном условии. Чуть это не так, везите его ко мне. Ладно, да все хорошо с ним. Я почти никаких аварий не делал. Я вообще по правилам. Все, договорились. Да. Я его в конце этой серии, бля, в озеро спущу нахер. Ага. Оно ловит только местную радиацию и иногда вырубается. Чё ловит? Если это случится, просто тресните по приборной панели, должно помочь. Хорошо. Хорошо. Спасибо, до свидания. Поехали, у нас еще одно письмо. Еще одно письмецо есть. Письмецо. Так, открыть не надо, мне сесть надо в фургон, мне надо письмецо доставить. Слышь, она думает, плохо я езжу здесь, я езжу как бог, смотри. Смотри. Бах, я припарковался, я вырулил, все, я езжу как бог. По всем правилам здесь, значит, так, на озере Лейк. Вообще, блядь, наискосок можно здесь ехать или здесь? Оба! Дави. Ну там дорога проселочная вроде. Не заедет, ладно. Поехали так. Я думал напрямик, потому что почта там. Видишь, нам не надо через мост. Нам надо на проселочную выехать как-то. Блядь, да тут деревья мешают, управление еще так. Машиной, но неужели так фургон управляется по поконченному? Погнали. А тебе сейчас покажу короткую дорогу, короче. Давай только, ну что, тебе мощности не хватает? Вот туда нам надо, да. Во, нормально. Нормально. Вот, все пучком. Так, ну здесь что-то не пучком. О, блядь, мы здесь не проедем, да? Ладно, сейчас назад сдадим. Не волнуйся. А я знаю короткую дорогу к этому селу, значит. Сейчас, вот там мы проскочим сейчас между деревьями. Вот, заезжаем сюда. Делаем рывок, не глохнем. И, значит, спускаемся. Опа, спускаемся, вот. Вот, отлично. Едем здесь. Стена какая-то, деревья нарисованы. Смотри, оп. Фига себе. Оп. Фига себе, подстава, ребята. Это подстава. А, здесь нарисовано, чтобы сюда не ездили, наверное, такие черти, как я. Я заехал, да. Дорога-то вот она, да. Просто взяли, нарисовали лес, значит. Ну, отсюда типа... Тип даже настоящий. А оттуда уже видно, да, что фейк, короче. Фейк нарисовали. Не, отсюда едешь, смотри, даже незаметно, что нарисовано там, да. Но мы хитро сделанные, значит, мы наискосок через скалы поехать хотели, да, и поехали. Потому что, ну нахер мне вот это объезжать по этим дорожкам, мостикам. Вот здесь, значит, письмо мне надо оставить. Вот там особнячок. Да. Да, вон здесь. Бля, что ты стрёмно едешь тут. Опа, все, колесо стало на место. Опа, здесь водопад еще, нихера себе. Так, вылазь. Пойдем на водопад, значит. Ого! Редкое зрелище для лесоруба-затворника. Yeah. Last time I saw a human being was about 6 years ago. 6 лет назад, он леший. Я пришла с миром и привезла вам почту. Я Мередит. Спасибо, я Роберт. Надеюсь, мир продлится вечно. Посмотрим, что внутри. Давай. Рви. Какого?
Ну, не буду отвлекать. Хорошего дня. До свидания. I'll leave you to it. Have a nice day. Да, спасибо. Thanks. И простите, вы не виноваты в этом дерьме. Видно, с дома выселяют, короче. 6 лет никуда не показывался, значит. Нифига не платил, короче, никому, блядь. Да, сидит здесь затворник, я не знаю, вот в этой халабуде, короче, блин. Что он тут делает, я не знаю. Ну, гоняет, наверное, гоняет, что-то гоняет здесь. Может, лысого какого-то гоняет по лесу, не знаю. Значит, вот такой вот затворник. А ты что, сюда зайти не... О, зашла, я к водопаду хочу. Блядь, да ты будешь идти или нет, а? Ёпта, мы зашли уже, смотри, мы зашли, идем к водопаду. Я хочу красотами водопада, блядь. Насладиться, значит. Так, и туда я не могу идти, потому что утону. Значит, ребята, на этом мы закончим. Если ты хочешь, да, еще раз, озеро Лейк. Потому что я все посылки развез, и у меня на карте, ой, извините, на карте появилась такая фигня, да, поедь и сдайся, наверное. Значит, ехать я не буду, сдаваться. Поэтому не забывай про свой драгоценный лайк. Твой лайк я всегда ценю. А с вами был, как всегда, Алекс. Пока-пока. До скорого. Увидимся.